Потрясающие люди, потрясающий руководитель, которые делают конкретные дела, причем стараются думать об интересах своей страны, не только своей страны, но и человечества в целом. Это редкий случай, потому что обычно люди увлечены своей работой и думают только о своих достижениях лично. Это позитив, очень большой. Плюс позитив, технологии, которые здесь разработаны, очень важны для человечества.